если мы практикуем медитацию и улучшаем свою жизнь, например, если я бизнесмен, я улучшаю свои показатели, если мне это нужно там, в бизнесе, если я семьянин, то я создаю, ну, если у меня семья, обычно это все совмещено, если у меня семья, то я выстраиваю экологичные отношения с окружением, там, внутри семьи, внутри коллективов, внутри любого окружения, то есть взаимодействия выстраиваю через осознавание, через видение того, что происходит. И качество жизни, ну, теоретически будет улучшаться. Вот. Но всегда можно пронаблюдать, как было даже после одной медитации, то есть как было до и как после. После любой там тренировки какой-то там по йоге, осознанной йоге. Вот мы сегодня занимались, как было до, как стало после. Вот, давайте продолжим.